За ночь на Радищево заменили около 100 метров трамвайных путей. Капитальный ремонт железнодорожного полотна на данном участке планируют завершить в конце сентября. Помимо замены рельсошпальной решетки, здесь укладывают щебеночное основание, демонтируют старые рельсы и брусчатку между путями. Всего на улице Радищево планируют заменить порядка 1 километра рельсошпальной решетки. В летний период этого года в 8 детских садах капитально отремонтировали пищеблоки. Выполнялись работы по замене систем водоснабжения и вентиляции. Установлено новое оборудование. Отметим, что в прошлом году подобные мероприятия проведены в 4 дошкольных учреждениях. В преддверии начала нового учебного сезона в Заволжском районе провели акцию «Детям безопасную дорогу». В ее рамках сотрудники ГИБДД и районной администрации раздали жителям памятки о правилах перехода проезжих частей и перевозки детей в автомобилях.